Камчатские горнолыжники лучшие. Таков результат 4 соревновательных дней чемпионата и Кубка России по горнолыжному спорту. Хозяева чемпионата завоевали 4 золотых и 4 бронзовых медали. С первого дня воспитанники камчатских спортшкол заявили о своих серьезных намерениях. В супергиганте 2 первых и 2 третьих места забрали и мужчины, и женщины. Лучшими стали Юлия Плешкова и Иван Кузнецов. Бронзовые медали получили Елена Яковишина и Геннадий Светков. Да, конечно, радостно выиграть соревнования. Все-таки чемпионат страны, как-никак. Вот. И тоже радостно, потому что все ждали, родная гора, все каждый подходили перед стартом. Ты готова? Ну что, сегодня всех сделаешь, да, выиграешь. Ну и поэтому тоже радостно. Стены помогали? Опыт на этой горе? Или все-таки прям все мастерство сегодня пришлось вложить в ноги, чтобы проехать? Ну, это в первую очередь, конечно, то, что это моя профильная дисциплина. И у меня преимущество перед всеми ребятами в том, что я ездила больше всех в эту дисциплину весь сезон, потому что выступала в ней, ну и в других тоже моих специальных дисциплинах. Все на равных условиях, как всегда. Здесь. Ну, преимущество в том, что это наша родная горка. Хоть я из Петропавловска, но мы очень много катались в Елизово. Поэтому, ну, конечно, так внутренне чуть поспокойнее. Всегда победа – это вау-эмоции. Это то, для чего мы катаемся, тренируемся. Любая победа – это победа. Вот. И, конечно, очень приятно, особенно дома, выиграть. Во второй день соревнований в слаломе Никита Казазаев завоевал бронзовую медаль. Третий день также не оставил камчатских спортсменов без медалей. В гигантском слаломе золото у члена сборной России Никиты Алехина. Это очень приятное ощущение. Еще как бы в гиганте я не получалось быть чемпионом только в слаломе и в комбинации. И очень приятно. Тренер всегда суров, да? Вас похвалил сегодня? Доволен? Да, похвалил наконец-то, потому что эти два дня перед сегодняшним было у меня не очень. Но сегодня выполнил, да, свою задачу. С третьим результатом и бронзовой наградой завершила гонку и победительница первого дня елизавчанка Юлия Плешкова. Дисциплина потихоньку становится моей. Результат всех порадовал. Меня, конечно же, тренеров тоже. И личного тренера, и тренера в сборной команде. Все рады. Для меня это хороший результат. Лучшими стали камчатские спортсмены и в командной гонке, опередив еще 7 команд. Команда Камчатского края, за которую выступали Елена Яковишина, Никита Алехин, Юлия Плешкова и Иван Кузнецов, стала сильнейшей в России. Отметим, что соревнования на горе Морозной собрали около 1,5 сотен спортсменов из 19 регионов.